Друзья, приветствую вас на канале Бомбарбия ТВ. Меня зовут Арина, и я говорю вам добро пожаловать в отель Киликия Пэлас в поселке Гёйнюк. Этот отель находится на первой береговой линии с длинным, широким, протяженным песчано-галечным пляжем. Отель состоит из двух корпусов – блок А и блок Б. В этих корпусах каждый из гостей, который хочет остановиться в отеле, найдет для себя подходящий номер. От номеров категории «Стандарт» и до двухэтажных номеров категории «Дуплекс». Отель работает по системе питания «Ультра все включено». Это значит, что в течение всего дня вы найдете, где перекусить и сможете воспользоваться любым баром. В отеле есть, конечно же, основной ресторан, который предлагает своим гостям питание по принципу шведского стола. Также в отеле есть 5 а-ля-карт ресторанов. 4 из них совершенно бесплатные, и один греческий а-ля-карт ресторан работает за дополнительную плату. На сегодняшний день, а сегодня у нас май 2021 года, стоимость греческого а-ля-карт ресторана с человека составляет 15 евро. В этом отеле огромное количество услуг для детей. Здесь есть не просто мини-клуб в нашем с вами привычном понимании, здесь целое отдельное детское государство на территории отеля. Огромнейшая территория, огромнейший выбор развлечений и огромнейший выбор всякого рода занятий на территории этого клуба. Есть закрытые помещения и, конечно же, огромная открытая площадка. Естественно, с ними занимается профессиональный персонал, и мини-клуб работает до 22 часов. То есть вы спокойно можете оставлять своих детей в течение всего дня и забирать их уже после того, как сами отдохнули и собираетесь идти в номер отдыхать. На территории отеля также есть уникальная кондитерская, у которой есть закрытая площадка, есть открытая площадка в стиле такой себе итальянского дворика. Еще в этом отеле есть свой собственный Starbucks. Основное преимущество этого отеля, как по мне, я здесь провела целый день, это его территория. Во-первых, она большая. Во-вторых, она настолько грамотно построена, что до любого места, которое вам хочется посетить, пройти будет совершенно недолго. На территории великолепнейший ландшафтный дизайн. Такое ощущение, что вы попадаете в какую-нибудь сказку, что-то наподобие «Алисы в стране чудес». Когда вы проводите время в отеле Киликия Палас, вам комфортно везде. И в закрытых помещениях, и в номерах, и на территории отеля, и также на пляже. Поэтому, дорогие друзья, выбирайте отель Киликия Пэлас Гёйнюк для своего качественного и очень приятного отдыха. Бронируйте туры в сети агентств горящих путевок. И не забудьте подписаться на канал Бомбарбия ТВ, поставить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о наших новых обзорах отелей.